Доброе утро, друзья. Ой, что-то глаз попал. Сейчас патчи наложу на глаза. Мое варенье вчера наварила. Вы знаете, оно даже в виде варенья такое терпкое, рот вяжет. Представляете? Хотя целый час варился. И вот оно прям густое-густое получилось. Так вот вкус необычный. Вот что рот немного вяжет. Ну, если только самую малость. Сладенько. У нас сегодня первое по числу, и я понимаю, что машину нужно переставлять. Видите, половина стоит на одной стороне, половина на другой. Нам нужно вот на эту сторону переставить машину. Может быть, на обратном пути это сделать. Я бы вот сюда ее поставила, но потом нужно как-то думать, чтобы другие разъехались, потому что большинство стоит все равно на той машине. Стране на обратном пути лучше сделать. Может, все пойдут пиво пить, и будет больше мест, потому что, ну, я понимаю, тут, если на этой стороне поставлю, то другие не разъедутся. Видите, как? Мы пошли гулять. Я сегодня конкретно подготовилась к съемкам. Вышла сегодня. Думала, куда поехать, потом такая решила, не поеду я на пляж. Пойду лучше пешком на наш пляж, такой вот здесь, который все время ходим с подружкой. А вот, потому что машину неохота было брать, так как там надо было... Чуть-чуть ветер дует, не знаю, дует, не дует вам. И мало бензина осталось, а парковаться я... Парковаться, заправляться люблю там вот в том городе, где я работаю. Потому что там меня заправляют. Я, знаете, все время боюсь ошибиться и залить не тот бензин. Вот. А там девушке скажу, что мне надо, и она заправляет. Поэтому, думаю, пляж, он везде одинаковый. Пойду на этот наш, схожу. Потом пойду домой. Насажу мясо на шашлык. А не знаю, муж-то приедет к тому времени или не приедет. Потому что, наверное, может быть, если он в 2 или в 3 приедет, пока разожжешь огонь, пока то да все. В общем, я с голоду помру. Если не будет, сама разожгу огонь. Ничего в этом сложного нету. Это даже увлекательно. Вот. И будем шашлык-машлык жарить. Погода у нас классная, видите? Ой, вы у меня упали. Чуть не упали у меня. Надо по это вот так сделать. Сегодня полутра пульт искала. От вот этой палки, она же у меня с штативом идет. Может быть, поснимаю какие-нибудь интересные видосики. Что-нибудь креативное придумать надо. Вот. А больше никаких новостей. Кстати, по той стороне прям довольно... Нормально, людей гуляют, ходят, спортом занимаются. Поэтому я не одна такая. Пользоваться надо моментом, пока классные денечки такие жаркие. Вот такие вот у нас дела.
представляете? Сейчас хотела надеть маску, потому что навстречу мне мужчина шел. Я ее не нашла. Я ее, видимо, мимо кармана положила. Тут фотки же делала и все такое. Как домой пойду? Через весь город? Не знаю. Прям как-то это. Вот, представляете? Потеряла. Маша, растеряешь. Я обычно ничего не теряю. А тут... Вообще. Как домой возвращаться? Жесть. Во, блин. Хоть с собой запас. Нет, все-таки надо на шнурке носить. Так она точно не потеряется. В общем, позвонила мужу. Пускай он меня забирает. Потому что, знаете, у нас штрафы могут влепить. А сейчас, особенно полиция везде смотрит. В общем, даже дело не в этом. Я хотела в фруктовый магазин еще заехать. Вот. Купить там огурчики. Такие вкусненькие. Фу, блин, жара страшная. Так что вот так, проблема решена. Он просто действительно сейчас без маски. А я еще посмотрела на шнурок, говорю, надела. Думаю, а, нифига. И вот мимо кармана. А я еще, знаете, на улице, когда вижу, маски валяются. Может быть, они так же были потеряны, как и я потеряла. Трындец, капец, вот так вот. Правда, правда новой жизни, скажем так. Соловей мой, соловей, голосистый соловей. А-а! Здесь такое эхо. Мы эхо, эхо, мы эхо, эхо. Я уже дома. Заехали в фруктовый магазин. Купили вот один батат большой. Завтра будет у меня курица осталась. Киви, вот эти вот желтенькие, которые мне нравятся, пару огурцов, сейчас один порежу в салат, и вот помидоры, шашлык сейчас буду насаживать. Что тут за кружки какие-то? Кружка моя, я по тебе скучаю. И вот этих мы по пару штук, ну вернее не по пару, а пару штук сделаем, остальное отправлю в заморозку. Потому что шашлык, а вот это я вот, может быть, от половинки попробую вот этих колбасок. Но больше меня интересует вот это. Так что сейчас на шпажки буду насаживать. Вот такое у нас меню будет. Но это надо еще заправить оливковым маслом. Лимон уже здесь есть, чтобы авокадо не почернело. И вот. Даже десерт себе приготовила. Манго очень вкусное, вообще обалденное. Смотрите, какая красота. Ну, когда это все сделается, будет все намного вкуснее. Смотрите, какая красота. А пахнет, как вы просто не представляете. Я там загораю. Я тут хожу в спортивном люфчике. Такая, в общем, у меня такая... Такая я красивая вообще, аж пижамные. Хотела шорты надеть, что-то не могу найти. Ну, естественно, я их все спрятала. Закатала штаны по самой не хочу. В общем, красавица. Да кто меня тут видит на крыше дома моего? Сейчас пойду щипцы какие-нибудь принесу, чтобы все это переворачивать. У нас тут уже процесс вовсю идет. Ой, марсию надо уже убирать. Она прям вся уже... В общем, надо половину уже убирать. Всем приятного аппетита. Винишко. А на ужин решили картошку запечь. Вот так вкусно тоже получится. Должно. Ну, это не мне. Хотя две сделала. Хочу сварить на бульон на завтра. Вот здесь у меня курочка. Я вот курочку разделывала. На это. Ну вот на... Господи, пшата от машины делала. И там вот каркас от нее остался. Там все такое вот, что я... Такой вот... Ну понятно, да? Луковица, морковка, сельдерей мой любимый. Ну не такой уж мой любимый, но полезный. И этот... Перец. Сейчас все это поварится. Потом все это процежу. И будет у нас такой бульон. И завтра, может быть, сварю, знаете, с
рисовой лапшой, либо с фунчозой. Здесь в китайских ресторанах подают такой суп, написано куриный с шампиньонами, и вот там именно фунчоза плавает. Вместо макарон, вместо там вермишели. И нам очень нравится. Еще бы лучком посыпать сверху, и вообще шикардос. Вот так что завтра вот лучок где-нибудь раздобуду, буду же шататься днем. Вот, и будет у нас такой суп, и еще курочка осталась. Курочка, шашлык, короче, еды на неделю, надо все доедать. Смотрите, сделала себе, попробовала печеньки, ну, вафельки, намазала их вареньем. Это варенье малиновое, а это варенье вот из хурмы, которое я сегодня сделала. Они должны полежать, чтобы вот размякнуть, такие вот стать, как, знаете, как я вам рассказывала в магазине. Вот они были такие вот все слипшиеся, все такие вот тянущиеся, не хрустящие, в общем. Посмотрим, что получится. Кстати, насчет муки жду опять. У мужа печеньки ему специально покупаю. Вот и коробки такие удобные, я вам показывала несколько раз. Вот жду, когда он съест эти печенья и доберусь до коробки из-под печенья, чтобы сыпать туда муку. Вы знаете, какие-то мухи летают. Они, наверное, перед зимой в спячку хотят уйти. И вот перед спячкой они хотят нас пожрать. Так, ладно, суп будет кипеть, а мы все дальше будем продолжать отдыхать. Хотя мне сегодня нужно банный день устроить, масочка сюда, туда, везде, короче. Во все щели надо масочки сделать. Вот такие вот планы на вечер. Кофе я уже попила, полдник у меня уже был. Запеканка, рецепт запеканки вас ожидает завтра, потому что я буду делать запеканочку завтра. Вот, я сегодня доела. Она вот такая мультипусечная, на два раза мне хватает. Вроде как одной много, половина мало, но я там сметанки ложечку добавила. И просто объедение с кукурузной мукой. Шикардос, даже вкуснее, чем с манкой. Удивительно, но правда вкусно. Пошла за картошкой. Мы только сейчас вспомнили, у нас же там картошка. Если, конечно, от нее что-то осталось. Сейчас посмотрим. Картошки, бараночки. Еще даже теплая. Что-то как-то, знаете, легкая она слишком. О, не, шикарная. Очень вкусная должна быть. Вообще прям. Ой, я сейчас с вами, знаете, что сделаю? Попрощаюсь. Потому что у нас буквально... Сейчас сколько время? 7:00. Буквально через полчаса уже будет все. Полная ночь. Полная ночь. Класс. Вот осень вам. У кого золотая, а у кого пламенная. Так. Слышу праздник. У нас сейчас праздники строго запрещены. Можно собираться не больше 6 человек. И многие люди, да, занимаются стукатничеством. Потому что праздники у нас нельзя делать, чтобы хоть как-то остановить эту гребаную пандемию. Ладно. Друзья, встретимся с вами завтра. Всего вам самого лучшего. Какое море. Вам не буду показывать, потому что вы его все равно не увидите. Оно такого же цвета, как и небо. И всем пока.